Чего? А она видит, как будто бы. Вот. Пляж Агио Пелагея. На этом пляже есть плиты. Плиты говорят, что это природные. Но на этих плитах можно здорово подскользнуться, упасть. Надо выходить очень аккуратно и входить тоже. Время 7 часов вечера. На пляже солнышка уже нету. Пляж Агио Пелагеи. Наверное, скорее всего, это пляж утренний. Потому что вечером солнца нету. После 7 уже темнота. Около плит много ежей. Вот ходить надо аккуратненько, лучше в тапочках коралловых. Так, водичка тепленькая. Деревня самая хорошая. На пляже много таверн. И можно и покушать, и кофейку выпить. Пивка попить, все для людей, все хорошо.